Здравствуйте! Сегодня понедельник, 25 апреля. В эфире новости от Maxi Markets. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. После публикации индекса делового оптимизма Германии, который незначительно снизился по сравнению с прошлым периодом, но все еще остается позитивным, пара евро-доллар тестирует уровень сопротивления 1.1255. При его пробитии, как мы и предполагали ранее, котировки будут стремиться к значению 1.13. Если же данный уровень преодолен не будет, то единая европейская валюта будет неторопливо снижаться по отношению к американскому доллару до текущего уровня поддержки 1.1214. В ближайшие часы серьезных публикаций новостей не предвидится, поэтому высокой волатильности самой популярной валютной пары мы не ожидаем. Восходящий тренд с одной стороны и локальный максимум в комплексе с низким объемом торгов с другой не дают возможность трейдерам, работающим с валютной парой фунт-доллар, определиться с дальнейшим направлением движения. Публикация отчета Конфедерации британских промышленников об изменении промышленных заказов, который выходит в эти минуты, продемонстрирует экспертное мнение топ-менеджмента важнейшей отрасли экономики Туманова Альбиона о текущих и ожидаемых трендах. Прогнозируемая негативная оценка, поддержанная достижением локального максимума, может спровоцировать активные продажи фунта и привести курс на отметку 1.4370 уже в ближайшие часы. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Цена унции золота консолидировалась в районе отметки 1233 доллара и демонстрирует минимальную динамику из-за невысокой активности европейских биржевых трейдеров. При этом явно завершившийся коррекционный рост свидетельствует о высокой вероятности возобновления нисходящего тренда. Стимулом, который спровоцирует участников рынка к открытию коротких позиций, может стать открытие торгов на западном берегу Атлантики и следующая за ним публикация стат-данных о рынке недвижимости в США. Мы прогнозируем возобновление спуска цены с ближайшей целью на локальный минимуме 1227 долларов за тройскую унцию. Как мы и прогнозировали ранее, серебро не показывает высокую динамику изменения цен во время сегодняшней торговой сессии. Металл торгуется сейчас немного ниже своей 14-дневной скользящей средней. Цена сейчас медленно снижается к уровню поддержки 16 долларов 80 центов. Мы прогнозируем, что после достижения данной отметки котировки развернутся и пойдут наверх к значению 17 долларов 16 центов. Обратите внимание, сегодня в 17:00 по московскому времени в США будут опубликованы свежие данные по продажам нового жилья. Эта информация может способствовать усилению волатильности американского доллара и открыть возможность заработка. Аналитики многих банков, в том числе Rabobank и TD Securities, предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра в прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Maxi Markets TV. Зарабатывай на новостях.